Нашла. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Сергей выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют голограммы копии под ключики, чужеродные артефакты, воздействие, это становится видимым и выходит его из его биоробота. У меня есть голограмма. Отдельно стоит или в ней? Она отдельно стоит, он за ней. Отлично. Хорошо. Берем эту голограмму в нашу сетку. 1, 2, 3. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Сергея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с голограммой и Сергеем поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Отлично. Отправляем голограмму в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Сергея, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Что он весь перетянутый, какой-то связанный. Он меня слышит? Он тебя слышит, но он перекрученный какой-то. Он кивает просто. А чем он перекрученный? Видно что-то? Подсвечивается? Черными, как веревками. Вот эта голограмма, она все лучшее у него забрала, она вся блестит. Переливается. Отлично. Влад, аккуратненько разрежь все эти веревки, и сил моего намерения эти веревки отправляются к этой голограмме в клетку. Да, будет так, а так и есть. Все веревки разрезаются и уходят в клетку. Готово. Сейчас он может говорить. Он говорит, я заржавел уже здесь. Понятно. Сейчас разберемся, кто это выстраивает этих веревок от этой голограммы. Каналы ко всем ответственным. 1, 2, 3. И притягиваю их в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. 1, 2, 3. Стоят в клетке-тюрьме. Там два кандидата могут быть только. Сейчас, подожди. Ящер притянулся. Отлично. Выстраивает ящера. Снимаются все маски и голограммы. Ящер предстает в первозданном виде. Выстраивает ящера. Каналы к другим ответственным. Всем связаны. 1, 2, 3. Притягиваю всех в клетку-тюрьму. В общем, у него грей, да. Рептилоид, ящер, спрут. Сколько каналов? Посмотри, пожалуйста. Они подсвечиваются. Давай просканируем. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Сергея, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Сергея. Находит все. В общем, часть Сергея в этой голограмме. Вот как. Хорошо. Да, потому что его, вот это то, что мы сейчас сканируем, оно как высушенное. Ну, сейчас сегодня высушим кого-то другого, ответственных за это. Высушивание. Иначе быть не может здесь. Больше никого у него нет, кроме того, что... Ты сказала. Итак, я сказала. Единственное, у него выстроились каналы к голограмме еще и к этим черным веревкам. Все понятно. Каналы. Записал. Считай, пожалуйста, цифру ящера над головой. 342. Он крутится в клетке, задом повернулся. Ящер, ты знаешь, что мне твое поворачивание задницей ко мне очень даже подходит. Просканируй его, найди тонкое место и сожги его защиту. Дай ему мощнейший удар лазером в его зад. Удар! Отлетает в другой конец клетки. У него шея. Конечно. И низ еще есть тонкое место. Все пробиваются и сжигаются. Защита сжигается, стоит голым. Стоит обнаженный ящер. Отлично. Ну еще есть желание повернуться ко мне своим задницей? Паразит. И он сглатывает как-то так, ему очень, очень неудобно так. Отлично. Направляя на него печать семи архангелов, мощнейший удар получает. Пока ящер не заговорит, будет получать удары. Он назад хочет свою вот эту чешую, что ли, шкуру какую-то. Да меня не интересует, куда он хочет. Пусть он посмотрит вокруг, где он находится. Здесь не делают то, что ты хочешь. А даже он наоборот. Говорит, убери эту печать, перестань меня бить. Да кто ты такой мне указывать, будем что мне общаться. Делать? Убирая печать.
Если мне твое общение не понравится, Ящер, мы вернемся к пункту 1, где мы сейчас были. Тебе он говорит, для... что он может заразиться, если будет стоять вот в таком состоянии обнаженном. Ему нужно прикрыть его тело, пока он не подхватил бактерии. Хорошо, входи в свое тело. А ты давал шансу Сергею не подхватить от тебя яд ящеров? А я знаю, как этот яд действует. Все, кто работали с ящером, сейчас загораются красные лампочки над их клетками. 1, 2, 3. Рептилоид Грей. Отлично. Грей получает удар 100 тысяч герц удар. Рептилоид получает удар 100 тысяч герц удар. Организованная преступная группировка. Споймали вас. Рептилоид, сегодня будет все сожжено, все, что я вытащу из биополя. Все ваши эксперименты сожгу я сегодня на ваших глазах. Кроме того, я сожгу тарелку Греев и притяну корабль Греев. И посмотрим, что я с ним сделаю. Как Грей тебе Грей? С кораблем. Тарелка, Грей? Вернее. Это не та тарелочка. Я притяну основной корабль. Там, где вы все лежите. Это нападение. Больше абсолютно так. Верно. Абсолютно верно, Грей. Так и есть. Как ты напал на человека, точно так и будут на вас нападать. Закон взаимодействия. Слышал о таком? А закон я кармы? Я делаю слышал? Свою работу. Великолепно. Твоя работа не заключается в откуда уничтожении ты как, кораблей. Откуда ты знаешь, в чем заключается моя работа? Откуда? Ты чистильщик. Вот правильно. Серьезно? Ты знаешь, сколько я уже пирамид ящеров отправил никуда? Что мне стоит уничтожить твой корабль с твоими креями? Вы реально не понимаете серьезность этой ситуации. Переходим к самой интересной части. Начинаем с реверса. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. А так, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Посмотри, пожалуйста, что идет из веревок и голограммы. Если я хоть микрон найду биоматериала или частичек его души при реверсе, вы все сегодня пожалеете. Вы будете автоматически переведены на другую статью. Это уже не хулиганство будет, а это уже будет. А идет, да, но к голограмме ничего не возвращается. Возвращается к веревкам чернота, ну и к каналам там идет энергия. Хорошо, хорошо. Без проблем. Она из голограммы. Еще вот этот спрут. И спрут у нас. И что вот от него? Спрут, он ко всем вот этим интерферентам, то есть он с ними не связан, но тем не менее он всю эту ситуацию усугублял тем, что он жидкость какую-то там... Вот как. Хорошо, значит, я понял. Добавлял жидкость, свой... она вот это как заржавел, что он сказал, вот эта вот спрута жидкости, то есть она действовала на все эти веревки и конструкции. Спрут получает 100 тысяч герц удар. Ты работал вместе со всеми паразитами и усугублял все. Получи. Ну, он получил от полсугалок. Хорошо. Я еще с ним сегодня пообщаюсь. Отдельно. Спрут, сколько ты находился паразит в биополе Сергея? 1.5 года. Сколько находился рептилоид в биополе Сергея? 1.2. Сколько находился Грей в биополе Сергея? Вместе. Сколько находился ящер в биополе Сергея? 1 год. Понятно. Спрут пришел первым. Ждем реверс. Окончание. Закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса, забирая по этим каналам. На его чистоте возвращается по каналам назад. Сергей, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Но из голограммы полностью возвращается. Ящер, ты сегодня себе подписал смертный приговор. Похоже. Но я не палач, поэтому не могу его право приводить в исполнение. Я могу только передать тебя в руки компетентных органов, которые занимаются вами. Непонятно, почему они с вами занимаются. Честно говоря, мне не совсем понятно, как можно перевоспитать такого, как ты, паразита. Что нужно ему сказать, чтобы у него в голове зажглись лампочки, и он понял, что он что-то делал неправильно. Я уверен, ты до сих пор уверен, что ты прав. А вот тут голограммы, то есть если взять 100%,
Сергея, то две части находилось в тонкой копии и три в голограмме. К нему полностью как биомасса возвращается. Да, это кошмар. Слышишь, Ящер, а зачем ты убивал человека, паразит? У тебя есть с ним контракт, у тебя есть с ним договор, у тебя есть разрешение вообще было делать то, что ты сделал, Ящер. Он говорит, что он интересный экземпляр. И вот это должно быть для меня объяснением твоего беспредела? Ты для он меня говорит, тоже? Что это для меня объяснение. А, интересный экземпляр. А я считаю тебя интересной целью для проверки моего лазера. Мне надо его время от времени тестировать. Ты уверен в своей безнаказанности? Вот такие, как я, именно для того и созданы, чтобы тебе показывать, где твое место. Пока вы не защищаете свои энергии, мы будем заходить и пользоваться ими. Отлично. Хорошо. Значит, ты знаешь о результатах ваших заходов. Пока еще не знаешь, но скоро узнаешь. Реверс закончился. Я даю команду. Все, что установлено у ящера, еще что-то осталось. Значит, включаем внутренний белосвет Сергею. Все это выходит, отключается. До малейшего проводка. Все наночастицы, если есть энергия его, все это выходит, формируется в шар. Вышли. Хорошо, выстраиваю к этому шару канал от Сергея 1, 2, 3. Если что-то в Сергее еще осталось, вот этого воздействия. На счет 3 мощнейшим потоком возвращаем весь негатив по этому каналу назад. 1, 2, 3. Пошел свет, выдавливает, все возвращает назад. Весь яд ящера, все назад возвращается. Что идет, Вера? Ну, оно, в принципе, вышло уже, так как проводки такие вышли. Вот это и абсолютно верно. Их я искал, да. Все ушло? Да. Отлично, открывается. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. Если хоть микрон остался в этом шаре энергии Сергея, все это возвращается на счет 3 назад. 1, 2, 3. Но вернулся свет небольшой, потому что там синхронизация есть. Хорошо. Все. Отлично, хорошо. Так, под шаром. Шар. Шар синхронизирован, ты говоришь? Нет, ящер синхронизирован. Открывается под шаром портал галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Я даю команду. Все, что он установил, рептилоид и грей в биополе, на счет 3 отключается до последнего проводка, до последнего микрона. Все выходит вместе с их энергиями и зависает в воздухе перед греем и рептилоидом. Да, вышло. Отлично, выстраиваю каналы к этому шару и реверсом в этот шар отдаю весь негатив, все энергии, все патогенное, все нездоровое, все, что вошло с этим шаром в биополе Сергея. Значит, 3, 1, 2, 3, пошли мощнейшие потоки. Все назад возвращаю. Ничего не идет, вернулось все. Устанавливаю фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Забираю все чистые, светлые, божественные энергии от этих подключек, от этого шара. 1, 2, 3, хоть микрон, если остался, находясь на его частоте, все назад летит. Небольшая пыль вернулась. Под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Спрут выскочил и быстро все забрал, все, что ты в этом биополе оставил. И вернулся в клетку. Если хоть микрон твоей жидкости останется, при проверке ты сгоришь по каналу. Приступай. В голове у него она как желе. Каша. Знаем. Пусть присоски отключает. Она хлюпает, эта жидкость у него. Забито у него все. У него забито нос. Уши, глаза полностью этой жидкости. Спрут, ты был ответственен за потерю слуха человека, вернее, запаха человека и аллергию. Кто был ответственен за аллергию? Загорается маячок над его клеткой. Все ответственны. Организм отторгал у него. Понятно. А на запахе кто был ответственен? Что они Спрут. Пропали? Спрут! Ох ты, мал клоп, да вонючий, я смотрю. Но он не специально, он просто сделал место себе, где ему удобно. Он снялся. Хорошо. Я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию. Сергей, рассинхронизация до 100%. Готово.
Подхожу к Сергею, закрывая, печатаю, растворяю. Подхожу к Сергею, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать ему импульс. Высокую вибрационную шоку удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, эти каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, все. Мы здесь даю команду сканеру на контрольную проверку. Он говорит, что я в полсилы жил. Сейчас чувствую, что полностью вернулся я. Еще не полностью, мы закончим, тогда вы будете полностью. Он чистый. Я прошу Ли выйти на связь. На, здесь. Ли, приветствую тебя. Еще раз. Мы не прощались. Посмотри, пожалуйста, ящер, грей, рептилоид работали совместно. 60% энергии они забирали через голограмму. Она в клетке находится. И через эти веревки мы все вернули назад. Даже если это грей, рептилоид. Ящера мы забираем, остальных отпускай. Они свои частоты. Они же добровольно работали с ним. Не сами по себе. Нам хватает ящера. Через него мы подключимся, кому надо. Хорошо, договорились. Так, Спрут. Забрали. Угу. Хорошо, Спрут, что мне с тобой делать? Ну, он показывает, что ему надо открыть портал на его частоту. Это ему хотелось бы. А я спрашиваю, как мне его наказывать? Он уже наказан, он хочет увести свою вот эту кристальную какую-то жижу, которую он вытащил. Спрут, если я тебя еще раз встречу на моем пути, ты никуда уже не уйдешь, кроме галактического ядра. Я тебе не рекомендую больше подключаться к людям. Тебе это понятно? Да, он кивает. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так, открывая портал в галактическое ядро и все эти шары, если еще остались все голограммы, веревки, все, что принесли рептилоид с Греями, все улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Грей, что мне с тобой делать? Сжигать, притягивать тарелку? Хочешь посмотреть? Он говорит, что нас наказывать будут другие. Хорошо. Хорошо. Я тебе просто хотел сказать, ты перешел границу определенную. Я часто встречаюсь с Греями. В большинстве своем мы находим общий язык, но те экземпляры, которые устраивают, участвуют в отсосе 60% энергии, а вы участвовали в этом процессе, всегда наказываются. Я тебя первый раз сегодня отпущу на твою чистоту. Если я тебя повторно встречу, Грей, вот то, что я сказал, то и будет. А рептилоид уйдет в галактическое ядро. Все понятно? Понятно. Открывается два портала наверху, один на частоте рептилоида, один на частоте Грея, и оба уходят в свой портал, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. У нас клетка пустая или что-то осталось? Пустая. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Сергей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя теперь чувствуете? Я полон сил. Замечательно. Держите эту чистоту, заправляйтесь энергиями, как мы показали вам в этом видео. Выдавливайте негатив в шар, как мы показали в этом видео. Каждый вечер, каждое утро заправляйте себя энергиями. И у вас будет достаточно энергии на весь день, и сущности не смогут вам подойти. Хорошо, Сергей, будем возвращать вас назад. И для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Сергея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Трудно заходит, у него чакры как заржавелые. То есть его духовное развитие, оно такое поверхностное. Это как массаж. Сделал массаж 5 раз и забыл потом на какое-то время. Мы можем только рекомендовать Сергею, с учетом тех сущностей, которые у него сидели, последствия такого отношения к своему духовному развитию. Если он будет к этому относиться поверхностно, ящер, грей, рептилоид, спрут, да и куча других, с удовольствием придут на вкусные энергии. Дело в том, что кроме себя ему нужно еще
объяснять ребенку это А и если он сам? развивать ребенка, чтобы когда он вырос до 16 лет, он уже имел какую-то информацию о духовном мире. Я надеюсь, Сергей найдет путь самому развиться и дать ребенку необходимую информацию. В конце концов, это его работа как отца. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Да, я на месте. Thank you.